Я читаю седьмую главу из четвертой книги царств. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, «Если бы Господь и окна на небе открыл, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, «Верно нанял против нас царь израильский царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу, «Не так мы делаем. День этот день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских и рассказали им, говоря, «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим, «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал, «Пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим». И взяли две пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав, «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда человек Божий говорил царю так, «Две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он
сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер.